Так, что, будем останавливаться тут? Да все, поехали отсюда. Окей, хорошо, хорошо. Но мне нужно бы отхилиться. Охренеть. Вон на машину летит, чувак. Видите? Он какой-то цветной. А ты куда так летишь? Так давайте забьем его, толпой бейте. Да, сейчас нас задавит нафиг. Уже текать. Стойте, назад, вот там машина есть впереди. Садитесь, подвезет. А, все? А, он... Ты ж в курсе, что мы с рогом едем? Да. Сесть в транспорт, в котором уже находится противник, гля, прикол. Даже ачивку дали. Да он крутой, он нас сейчас просто замесит. Стой, чувак. Он к своим везет, понимаешь? Понимаешь, что к своим отвезет? Это жертвоприношение, жертвоприношение. Вас принесли в жертву. Если выпрыгнешь, тебе тоже хана. Надо хоть чуть-чуть притормозил хотя бы. Может, врежется куда-нибудь. Я кого из вас... Кого из вас бить? Кого из вас бить? Давай я тебе помогу, что ли? Он уехал, он не собирается сбивать нас? Собирается, да? Ловкий Артём, я тебе помогу сейчас. А, хорошо. Терпи. Я рядом. Ля, я его буду отвлекать, если что. Я скажу, когда будет ехать на тебе. Ля, капец он. Он ждет реально. Блин, давай. Ух, так, садись сразу в мою смотри, машину. Смотри, он, по-моему, возвращается. Текайте. Сразу садись в мою машину. Сейчас, текай. Сейчас. Там не успею так за камень заехать. Быстро. Садись в машину. Быстро. Ай, меня сбили. Горюш, текай. Я надо не на камень залазить. Метр остался. А с машины его выкинуть там нельзя, оружия нету, да? Капец. Так, и что делать? А вот хрен его знает. Не, он меня добивать не собирается, по-моему. Так он ждет, пока кто-то другой слезет. Он же специально ждал, пока ты придешь лечить его. Я сказал, что скажу, когда он вылезет. Давай вылазь в рукопашку. Ты ему говоришь? Ля, он катается. Все, побежали, быстрей. Я говорю, он специально ждет. Быстрей. Все, поехали. Ага. Забирай его и уезжаем нафиг отсюда, потому что это какой-то кошмар. Он заехал. Офигеть. Садись быстрее, что ты тут встал. Все, поехали, просто уезжаем от него. Я же тебе говорю, он, блин, спец. Да? Он просто профессионал. Больной маньяк-психопат. Он заехал, блин, я не думал, что он заедет на камень. Куда едешь? Не в ту сторону немножко. В другую сторону надо лутаться. Все, он теперь уехал. Он хотел нас всех троих просто задавить. По тебя кидают снежками. Я смеюсь над ними. Ладно, я посмеюсь. Как смеяться? Их двое. А их двое, блин, да. Все, меня убили. Родители. Не попал, да? Убьешь хотя бы одного? Нет, наверное, ай, потому что у меня прицел с дробаша, вряд ли. Может вон быть. Он лежит на мне. Двое лежат. Офигеть, ты это реально дробаша? Да, я же говорю. Круто. Ранил. Т. Нет. С окна стреляет слева. О, вон он. Ничего не могу сделать, у меня заряжается. Блин, это вообще ужасное место, отвратительное просто. То есть только ложиться и открывать остальные боксы. Я, короче, какого-то беззащитного чувака добил. Добил? Чекил? Да, он был беззащитный, он сидел, выбирал. Спасательный шар возьмете? А ты, в принципе, и хочешь это убедить. Хочу убедить тебя, что ты играешь не так плохо, как могло да, бы быть. Да, ноль убийств, блин, хорошо. Ну куда, интересно, можно было хуже, интересно, играть? Можно было хуже, да. Меньше ноль убийств, то есть в минус можно еще играть? Да. Своих поубивать, например. Так я и... Так и сделал два раза уже, кстати. Да. Боже мой, надо как быстро быть.
Блин, какие индивиды тут.